Добрый день, уважаемые коллеги. Просим прощения за заминку. Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре цикла «Лекторий Техпред». Это уже пятое мероприятие данного цикла. Две очных лекции прошло у нас в рамках цикла «Лекторий Техпред» и два вебинара. Все материалы, видеозаписи и презентации выложены на нашем сайте edunano.ru в разделе «Лекторий Техпред». А сегодня у нас в гостях директор бизнес-инкубатора Высшей школы экономики Михаил Эрман. Тема вебинара «Почему большинство инновационных компаний закрывается?». Михаилу, поверьте, есть что вам рассказать. Во-первых, потому что каждый год через него проходит большое количество стартапов, которые исчисляются сотнями. А во-вторых, Михаил сам основал три инновационных стартапа в сфере информационных технологий. Но прежде чем передать слово спикеру, несколько организационных вопросов. У нашего вебинара, как обычно, есть правила. Во-первых, вы можете, даже вам это нужно делать, задавать вопросы докладчику во время проведения вебинара во вкладке «Вопросы». Если у вас вопросы технического характера или организационного, то задавайте их в вкладке «Чат». А если есть организация либо группы лиц, которые подключены к вебинару, просим в комментариях указать их количество, чтобы мы могли адекватно оценить статистику. Ну и, конечно же, по итогам вебинара видеозапись и презентация спикера будет выслана всем зарегистрированным на электронную почту, а также размещена на нашем сайте edunano.ru. Также хочется поблагодарить наших информационных партнеров, которые регулярно помогают нам освещать наши мероприятия. Это бизнес-инкубатор Высшей школы экономики, фонд развития интернет-инициатив, фонд содействия инновациям, а также университеты МФТИ, МИСИС, МИФИ и Губкинский университет. А также хочу сразу проанонсировать наш следующий вебинар, который запланирован на конец мая. Вебинар проведет Алексей Николаев, директор программы Intel по работе с вузами России и развитию технологического предпринимательства. А тема вебинара – как развиваются технологии и технологические рынки, например, на примере вычислительной техники. Теперь я передаю слово нашему спикеру Михаилу Эрману. Михаил. Добрый день, коллеги. Еще раз прошу прощения за задержку, вызвана моим фактором. Спасибо большое, Анастасия, за то, что она меня представила. Я как раз все, что буду сегодня рассказывать, это не какая-то теория, а это то, что мне удалось накопать за то время, что я работаю со стартапами. Это порядка 6 лет. За это время через меня прошло порядка 3000 компаний. И сложилось некое представление относительно того, какие компании становятся успешными, а какие неуспешными, и в чем причины там, провала каких-то компаний, либо успеха других компаний. Сегодня мы с вами поговорим больше как раз про вещи, которые приводят к развалу компаний, и поговорим о том, как этого избежать. Вот, прежде чем начать, я хочу, чтобы вы здесь в чат ответили на несколько вопросов, да, чтобы мне было лучше понимать, о чем следует рассказывать. Ну, первое, я вас прошу рассказать, чем вы сами занимаетесь, да, то есть вы, там, не знаю, собственник какой-то компании, либо вы только пытаетесь создать какой-то бизнес. Что вы хотите в первую очередь услышать сегодня, да, и, пожалуйста, укажите одну наиболее важную проблему, которая у вас сейчас возникла в вашем проекте, да, попробуем на эти вопросы в конце вебинара ответить. Вот, теперь перейдем, собственно, к самому вебинару, да, я, как Анастасия сказала, сам уже запускал свой собственный инновационный бизнес, и когда первая моя попытка сказала, что путь к запуску того или иного успешного проекта очень простой. То есть надо эту гениальную идею, после этого собрать команду, реализовать продукт, там, не знаю, полгода или год потратить на разработку его, после этого осуществить некую рекламную кампанию, запуск, и все, там, успех гарантирован, да, если мы выбрали классную идею, классно все сделали, значит, все будет здорово. Вот, но когда на самом деле, ну, все начало притворяться в жизнь, да, оказалось, что почему-то все идет не так, да. То, что мы изначально запланировали, оказывается совсем другими вещами. Там, не знаю, мы планировали 2 недели потратить на разработку, потратили 2 года. Мы думали, что сейчас мы объявим там рекламу, и к нам потекут клиенты.
Там окажется, что наш продукт намного лучше, чем конкуренты, но почему-то наши планы не сбываются. Вот. А на самом деле, почему они не сбываются? Потому что всегда что-то идет не так. Да? Мы с вами, к сожалению, не идеальны, да, и не можем предсказать с точностью до 100%, что будет завтра, что будет послезавтра. А если мы планируем какой-то инновационный бизнес или создание какой-то очень прорывной технологии, то там неопределенность еще больше, и предугадать события еще сложнее. Вот, собственно, когда мы начали воплощать свои личные проекты, да, и это я вижу каждый день, работая с теми компаниями, которые приходят к нам в инкубатор, либо обращаются ко мне за консультацией, оказалось, что на пути к этому возможному успеху, да, встречается очень много каких-то провалов, ошибок. И почему я это говорю? Потому что, ну, на мой взгляд, это основная какая-то черта предпринимателя, да, это быть готовым к каким-то ошибкам и делать из них правильные выводы. Вот, то есть на пути любого бизнеса очень много таких изменений, да, которые касаются и продукта, и бизнес-модели, и прочего, и прочего. И нужно быть к этому готовым, нужно как можно чаще меняться. Вот, и сегодня как раз мы с вами поговорим о том, каким образом можно минимизировать вот это количество поворотов, изворотов, да, каким образом минимизировать свой шанс на провал. А, как ни банально это звучит, обычно компании, большинство компаний закрывается, потому что у них кончились деньги. Да, 95% компаний закрывается именно поэтому. Причем, ну, у меня даже есть такая статистика, что обычно компания закрывается через 3 месяца после того, как кончились вообще абсолютно все деньги, да, и основателям не на что просто жить дальше, содержать команду. Вот. Собственно, ну, если вы начинаете проект сейчас, да, и у вас нет каких-то собственных сбережений, либо каких-то ресурсов, которые позволяют вам одновременно заниматься разработкой продукта и одновременно как-то существовать, да, ну, рассчитывайте на то, что период до какого-то масштабного запуска продукта, да, это 3 месяца всего. Вот, если смотреть поглубже, да, почему компании закрываются, наиболее часто оказывается, что порядка половины компаний закрываются, потому что они делают продукт, который при выходе на рынок оказывается хуже, чем конкуренты, либо оказывается там никому не нужным. И лишь, ну, другая большая проблема, она касается планирования, да, то, что компания, как я уже изначально сказал, неправильно планирует свои ресурсы, и деньги кончаются до того момента, как, собственно, компания может разработать некий продукт. Вот, ну, большое количество компаний из-за этого закрывается. Да, одна из компаний, которую я, собственно, основал, закрылась именно поэтому. Мы не смогли реализовать алгоритм за то время и те ресурсы, которые у нас, собственно, были. Вот. Теперь поговорим немножко о том, как обычно выглядят компании, да, которые приходят к нам там, в инкубатор, или которые я вижу в своей жизни практически ежедневно. Обычно люди что-то сделали, да, вот, например, какого-то кричащего робота, и непонятно зачем, да, что с ним дальше делать. Вроде робот работает, кричит, но кому он нужен, не очень понятно. Что с этим дальше делать, тоже не очень понятно. На самом деле, даже вот для такой, казалось бы, безумной идеи, как кричащий робот, тоже есть применение. Можете поискать в интернете. Подобных кричащих роботов используют в Японии для обучения студентов, которые учатся на стоматологов. Да, то есть, когда манекену становится больно, он начинает кричать. То есть, даже если у вас есть какая-то технология, да, уже готовая сейчас, но вы не можете найти ей применение, достаточно немножко подумать, да, найти конкретную какую-то целевую аудиторию, понять, насколько ваше решение соответствует этой целевой аудитории и совершить некие там продажи и масштабирование бизнеса. Вот, еще одна вещь, из-за которой компания закрывается, это из-за того, что мы с вами очень часто галлюцинируем. Это и неплохо, и нехорошо, просто так устроен наш мозг. Да? Мы имеем некое количество информации, и на основе этой информации мы делаем правильные или неправильные выводы. А, к сожалению, большая часть команд, опять же, ну, это касается больше технологических команд, которые делают некие продукты, живут во власти галлюцинаций. То есть, сидя в офисе, в гараже, еще где-то, создают продукты, которые основаны только на их фантазиях и не имеют ничего общего с рынком. Собственно, чаще всего компания закрывается именно потому, что, ну, вот эти галлюцинации оказались неверными. Да? То есть мы выпустили продукт, оказалось, что все наши предположения относительно его свойств
и востребованности на рынке, они оказались сложными. И говоря о том, что является самым важным в стартапе, да, обычно выделяют три вещи. Это команда, без которой, ну, понятно, что любое начинание не может сложиться, да. Вторая вещь – это продукт. И третья вещь – это рынок, на котором он работает. Часто о рынке забывают, хотя, на мой взгляд, это самая важная вещь, потому что какая бы ваша классная команда ни была, да, все, что можно сделать классная команда, это сделать классный продукт за меньшее количество времени, чем некая другая средняя команда. Да. Если у нас есть какая-то гениальная идея, понятно, что без воплощения ее в продукт невозможно сделать бизнес, но при этом странно строить бизнес на продукте, который никто не покупает. Да, поэтому я все-таки склоняюсь в сторону того, что наиболее важно для любого там, начинающего предпринимателя, либо не начинающего предпринимателя, а того, кто уже выводит там, продукт куда-то дальше за стены лаборатории, это наличие рынка, на котором этот продукт может быть востребован. И рынку, на самом деле, все равно, какая у вас команда, и ваш продукт не должен быть там суперкрутым. Если он, на самом деле, решает некую проблему на рынке, которую другие продукты не решают, это означает, что, скорее всего, ваш продукт будет успешным. И есть обратная вещь. Да, если вы работаете на плохом рынке, то есть рынка, которого нет, или он все еще находится в стадии формирования, скорее всего, вы рискуете потерять все, и ваш продукт может быть неуспешным. В моей истории личной, да, тоже была такая история, когда мы сделали продукт на рынке, который, по нашему мнению, должен был сформироваться в течение там, 2 лет, но, к сожалению, вот прошло с того момента уже 5 лет, этот рынок не сформировался и, скорее всего, не сформируется. Да? Нам пришлось компанию эту закрыть. И часто я вижу тоже такие компании, которые заглядывают на 10-15 лет вперед. Понятно, что ну, они рискуют многим, да, но с другой стороны, обратная сторона медали тоже может быть очень такой значимой, да, потому что вы можете оказаться на рынке, который появится там, через 10 лет, и вы будете на нем единственным игроком. Такое тоже возможно, но, как мы уже говорили, чем дальше мы заглядываем в будущее, тем больше неопределенности с планами. Нам надо понимать, как эти 10 лет вообще прожить. Вот, то есть, в моем понимании, если нет рынка, то и компании тоже нет. Теперь поговорим еще об одной вещи. Это так называемый продукт-ориентированный подход против клиента-ориентированного подхода. Что это такое? Это два, я бы не сказал, что противоположных, но два основных подхода к разработке сейчас продуктов на рынке. Ну, первый продукт-ориентированный заключается в том, что мы делаем некую технологию, да, которая, по нашему мнению, будет востребована на рынке, выпускаем ее, ну и смотрим, что происходит. А если посмотреть на компании, которые по такому сценарию последние годы работают, ну, можно выделить компанию Sony, да, она часто выпускает на рынок некий суперинновационный продукт, который до этого на рынке вообще никогда не появлялся. Но при этом, если посмотреть на успехи компании Sony за последние годы, их нельзя назвать выдающимися. Да, компания Apple тоже многие годы следовала продукт-ориентированному подходу, но если, опять же, смотреть на текущий момент времени, они немножко уже подход свой меняют. В чем заключается клиент-ориентированный подход? Я вот вижу вопрос в чате, да, от Олега. Да, клиент-ориентированный подход, который сейчас главенствует на рынке, заключается в том, что мы проводим исследование рынка до момента разработки продукта. Да, то есть в этом подходе мы ориентируемся больше на потребности клиента, на то, что уже есть на рынке, да, какая потребность уже есть на рынке, нежели на то абстрактное будущее, в котором наш продукт может быть успешным. Так, секундочку. Я вот здесь на слайде привел пример вот 4 продуктов. Не случайно я выбрал именно их. Это очень известные компании, которые пытались выйти на основе вот этого продукто-ориентированного подхода на рынок. Да, это компания Apple с своим продуктом Apple Newton, который был первым карманным компьютером. Это продукт Zoom от компании Microsoft. Это Google Wave от компании Google. Да, и Iridium, я думаю, что большинство из вас
об этой истории не очень знает, да, поэтому я вот на примере Iridium немножко поговорю о том, что же привело компанию Iridium к краху. Да, компания Iridium занималась выпуском спутниковых телефонов. То есть идея была в том, чтобы запустить на орбиту 77 спутников, поэтому, собственно, проект называется Iridium в честь химического элемента под номером 77. Запустить эти спутники и сделать так, что в любой точке мира люди смогут пользоваться спутниковой связью. Это было в начале 90-х годов. Одним из основателей Iridium была компания Motorola, которая вложила в этот проект порядка 1,5 миллиарда долларов. Всего за время существования проекта в него вложилось порядка 20 телеком-компаний крупных, и общая сумма инвестиций составила больше 6 миллиардов долларов. То есть, ну, это гигантские деньги. И по планам этой компании к 99-му году должно было запущено вот эти 77 спутников, и люди могли приобретать спутниковые телефоны, которые должны были стоить порядка 3000 долларов. Что же случилось с компанией Iridium? В 90-х годах появилась альтернативная технология, точнее, она появилась еще до этого, но она стала активно развиваться, это сотовая связь, как альтернатива спутниковой связи. Оказалось, что телефоны спутниковые невозможно сделать компактными, они должны находиться постоянно, ну, люди, которые им пользуются, должны находиться на открытых пространствах, чтобы иметь доступ к связи. Было много всяких проблем с этим связанных. Сама связь выходила очень дорогая. И уже в 93-м году было понятно, что с текущим подходом к ведению бизнеса эта компания, ну, по-любому провалится, потому что конкурентное преимущество на рынке она не могла получить. Но основатели были очень такими упорными людьми, и они отказывались верить в то, что проект не выстрелит. В итоге все 6 миллиардов были потрачены. Компания до сих пор выпускает там продукцию, но, насколько я помню, обороты там не превышают даже 10 миллионов долларов. То есть по сравнению с рынком сотовой связи просто колоссальный крах. Эта история описана во многих учебниках. И из этой истории главные выводы в том, что нужно, кроме того, что разрабатывать продукт, следить за ситуацией на рынке и быть готовым к тому, чтобы коренным образом изменить бизнес-модель продукта, либо сам продукт в целом. Вот. Есть ряд компаний, да, которые также упустили веяние рынка, и, ну, многие из них сейчас либо уже не существуют как самостоятельные единицы, вот, либо там, как Nokia сейчас переживает какое-то второе рождение. Но несмотря на то, что эти компании в прошлом были великими, да, сейчас их таковыми назвать нельзя. Ну, например, та же самая компания Kodak, да, пропустила тренд на цифровую фотографию, несмотря на то, что сами цифровые фотоаппараты изначально были разработаны этой компанией. Вот. Собственно, какие ошибки допустили вот перечисленные компании при формировании своих продуктов? Первая вещь – не до конца исследовали рынок, то есть не поняли истинные потребности клиентов. Вторая вещь – не посмотрели, какими способами эти потребности еще можно закрыть. Да? То есть какое решение может быть более конкурентным, нежели то, что они сами предлагают. Третья вещь – несмотря на то, что уже видели, что на рынке творится что-то совершенно отличное от той бизнес-модели, которую они до этого исповедовали, не смогли адаптироваться к ситуации, не смогли изменить картинку, не смогли изменить свой бизнес. Пытались во что бы то ни стало закончить свои продукты, либо гнуть ту стратегию, которую изначально выбрали, несмотря на финансовые результаты, несмотря на обратную связь от потенциальных клиентов. И создавали так называемые звезды смерти, да, это один из там моих любимых терминов, то есть некие продукты, которые сочетают в себе большое количество функциональности, но при этом непонятно, какую конкретную потребность решают, и решают базовые потребности клиента хуже, нежели простые аналоги. Вот, давайте теперь поговорим там о такой штуке, почему планы вообще не сбываются, да. Ну, как мы уже до этого затронули момент, что мы с вами не можем предугадать будущее, и из-за этого все наши бизнес-планы, все наши роудмапы по разработке обычно являются сильно приближенными, да, то есть я, например, видел больше 3000 компаний,
за последние 5 лет начинающих, да, видел их бизнес-планы, роудмапы, и могу сказать, что 99% из них, ну, совершенно не имеют ничего общего с действительностью по прошествии некого количества времени. Кроме того, ни у одной компании не видел в бизнес-плане информации о том, что мы провалимся и закроемся через 2 года или через 3 года. Обычно компания показывает 3 сценария: оптимистичный, пессимистичный и реалистичный. И даже пессимистичный сценарий приносит некие дивиденды инвесторам, показывает какой-то взрывной рост, захваченный рынок и прочее. Никто из них не показывает, что продукт провалится, компания закроется. Вот. А для того, чтобы как раз минимизировать риски того, что планы долгосрочно не сбываются, была разработана модель, она называется Lean Startup. Можете о ней подробнее почитать в книге Эрика Риса, которая так и называется, Lean Startup, или на русском «Бизнес с нуля». Собственно, в чем смысл этой модели? В том, что весь цикл разработки продукта и построения компании можно делать итерационно. То есть, ну, я думаю, что многие из вас сейчас знакомы с гибкими методологиями разработки программного обеспечения, да, Agile. Так вот, при разработке любого другого продукта и построении компании также можно применять эти гибкие методологии. Да. Можно ставить недельные планы, имея какой-то долгосрочный горизонт планирования также, но ориентироваться именно на короткие итерации. В течение недели мы можем с большой степенью вероятности предугадать результат, который наша компания или наша команда может достигнуть. Вот, то есть смысл методологии Lean Startup лишь в том, что мы делаем короткие, быстрые итерации, и на каждой итерации мы делаем некие изменения в продукте на основе изменений рынка, либо получения некой обратной связи от потенциальных клиентов. Если всю эту модель дробить на куски, да, то можно выделить 4 куска, это 4 поиска соответствий. Первый поиск – это, ну, называется в методологии Customer Discovery, то есть это поиск потребностей на рынке и целевой аудитории, которая является потребителем этой проблемы. Customer Validation, то есть проверка соответствия решения, которое мы предлагаем, и потребности клиента. Customer Creation – это соответствие продукта и рынка, и company building – это уже масштабирование наших успехов, то есть построение большой компании на основе тех результатов, которые мы достигли. Вот. Если мы говорим именно о ранних этапах создания компании, то, ну, мы, например, в инкубаторе используем вот такую схемку. Ее также использует фонд развития интернет-инициатив. Они, собственно, этот слайд даже сделали. Мы дробим этап создания компании на 6 основных блоков. То есть мы начинаем с исследования рынка, то есть ищем на рынке некую потребность, как ее формирует клиент. Мы подтверждаем эту потребность путем неких, опять же, исследований. Моделируем экономику продукта, строим первую версию продукта, подтверждаем, что эта версия удовлетворяет потребностям клиента. Ну и, собственно, совершаем первую продажу. То есть как только мы прошли вот этот большой кусок жизни, мы понимаем, что на рынке есть некое количество людей, которым нам продукт на самом деле нужен. Отвечая на вопрос в чате, да, возможно, даже когда MVP выпускается очень долгое количество времени. В этом случае просто я рекомендую проводить исследование рынка до момента разработки продукта, да, до того момента, как вы приступили непосредственно к созданию некого прототипа. Тот момент, когда вы создаете прототип, то есть если он у вас, этот момент длится там, не знаю, годы, то вам следует постоянно проводить циклы итерации исследования рынка, чтобы понимать, что по-прежнему то, что вы разрабатываете, актуально на рынке. И после момента завершения этапа R&D, к моменту начала тестирования продукта и каких-то первых продаж, опять переходить к недельным итерациям, которые уже касаются построения бизнеса. То есть разделите весь этап создания компании вашей, да, на 3 таких основных блока: до R&D, R&D и после R&D. И на каждом этапе можно также использовать методологию Lean Startup. Если мы говорим о том, как на практике применять вот эти самые циклы,
да, как нам быстро проверять гипотезы, как их тестировать. Есть тоже инструмент, он называется HADI-цикл. То есть это цикл построения гипотез и их валидации. Ну, гипотеза, так же, как и в математике, да, это некое утверждение, которое требует доказательства, так же, как теорема и прочее. Собственно, весь инструмент HADI-цикл можно разбить на 4 таких блока. Первый блок касается построения, собственно, гипотезы, то есть той предпосылки, которую нам следует проверить. Второй блок касается выполнения некого действия, которое помогает нам валидировать гипотезу. Третий блок касается обработки действия и получения неких данных. Ну и четвертый блок, самый главный, касается выводов, которые команда может сделать из тех данных, которые она получила в ходе валидации гипотезы. Вот приведем пример. Да, вот сейчас у нас идет с вами вебинар, и у меня есть гипотеза, что 80% слушателей – это студенты. Да, что мне нужно сделать для того, чтобы, собственно, валидировать эту гипотезу? Я вас попрошу просто сейчас в чате студентов поставить плюсики, да, а всех других поставить минусики. Сейчас мы с вами посмотрим, что получится. Ага. Ну, я уже могу сделать вывод относительно количества участников и количества минусов, что я увидел в чате, что моя гипотеза ложна. Да? Если я сейчас посчитаю, я увижу порядка 11 минусов. Да? Значит, получается, что порядка 50% участников вебинара сейчас, которые в прямом эфире вебинар смотрят, не являются студентами. Да? То есть в данных я бы мог записать, что я провел исследование и понял, что 13 участников вебинара – это не студенты. Какие выводы я могу отсюда сделать? Ну, самый главный вывод, что моя гипотеза относительно количества студентов на вебинаре оказалась сложной. Да? И дальше я могу уже сделать некие долгоиграющие выводы из-за того, как мне строить дальше свое повествование. Потому что перед тем, как идти сюда в студию, да, перед тем, как я появился перед вами, я на самом деле не знал, кто является слушателем, и все мои какие-то галлюцинации относительно того, как надо строить сегодняшний вебинар, исходило из того, что большая часть слушателей будут студенты. Видите, моя гипотеза оказалась сложной, я не особо обиделся, да, и расстроился из-за этого, но я теперь понимаю, что дальше мое повествование может идти несколько по-другому. То есть, сейчас я вам показал, как, в принципе, работает такой инструмент, как HADI-цикл. Да? То есть мы ставим некую гипотезу. Я вам рекомендую эту гипотезу делать сразу цифровой, да, цифровывать как-то порог, когда мы поймем, является ли наша гипотеза при получении данных верной или является неверной. Да? То есть числовое значение позволяет нам сразу отклонить или валидировать гипотезу. А вторая вещь, я вам рекомендую установить сразу срок, в течение которого вы будете выполнять эту гипотезу. Ну вот обычно, если мы говорим про гибкие методологии, да, обычно гипотезы мы ставим не более чем на одну неделю, то есть каждую неделю можем проверять ту или иную гипотезу. А третья вещь, указывать конкретное действие, которое мы с вами будем предпринимать для того, чтобы проверить ту или иную гипотезу. Да, после этого тщательно подходить к тому, чтобы собирать данные, и главное, на основе этих данных делать правильные выводы. А, к сожалению, большая часть команд, с которыми мне приходится работать, даже если умеет собирать правильные данные и проводить некие действия, иногда делает неправильные выводы. И я приведу простой пример. Часто, когда мы отправляем проекты, которые к нам приходят, исследовать рынок и говорить с потенциальными клиентами, к нам приходят в итоге команды с неким там Excel-кой, да, в которой содержатся результаты общения с потенциальными клиентами и выводы, которые команды сделали из результатов общения. И часто, когда мы начинаем просто сопоставлять сделанные выводы и то, что мы увидели прям цитаты от клиентов потенциальных, да, мы видим, что выводы никак не бьются с тем, что говорят клиенты. То есть часто основатели или те, кто проводит исследования, начинают нечто додумывать и делают неправильные выводы, даже несмотря на то, что собирают правильные данные.
То есть я вам рекомендую очень тщательно подходить к процессам сбора данных и к процессам делания неких выводов из этих данных. А каким образом мы с вами можем проверять вообще гипотезы? Я вам рекомендую начинать с самого простого инструмента, на мой взгляд, это интервью, потому что этот инструмент не требует от вас там, вложения большого количества денег и времени. Также некие гипотезы можно проверять при помощи АБ-тестирования. Это обычно, когда у вас уже некий продукт есть, вы можете показать этот продукт большому количеству пользователей, точнее, показать две версии разные продукта, и понять на основе обратной связи от них, какая из версий является для вас наиболее приемлемой. Да? Третья вещь – проводить польское тестирование. То есть, опять же, это можно делать, когда у вас уже есть продукт некий. И анализировать продуктовые метрики. Это тоже можно делать лишь, когда у вас есть продукт. То есть, на самом деле, на том моменте, когда продукта у вас нет, практически единственным инструментом, который у вас есть для того, чтобы валидировать те или иные гипотезы на рынке, это, ну, относительно вашего продукта, да, это интервью. И об интервью мы с вами попозже поговорим как раз. А еще один момент, который я хочу затронуть, это вообще понятие, что такое продукт. Да, часто почему-то, когда я общаюсь, опять же, с командами, в качестве вариантов продукта обычно называют две вещи. Это либо услуга, либо товар. Да, то есть, либо наша компания производит некую, не знаю, некое устройство и продаем его на рынок как товар, либо мы производим некую услугу, которую оказываем нашим клиентам, они получают некую ценность от этого. И часто команды забывают о том, что на самом деле продукт – это просто некая оболочка для того решения, которое вы сделали, и не всегда это может быть лишь товаром или услугой. Часто также ваша компания может производить лицензии. И на этом моменте я хочу немножко подробнее остановиться, потому что многие компании совершают ошибку, пытаясь ту технологию, которая разработана внутри компании, упаковать в некий товар или упаковать в некую услугу, которую можно дальше продавать на рынок. Иногда гораздо проще для команды упаковать саму технологию в некую лицензию и заниматься тиражированием этой технологии, а не упаковывать ее в продукт, особенно когда нет ресурсов для того, чтобы этот продукт вышел на рынок. Из примеров, которые мне на ум приходят, помню ребята, я с ними общался, по-моему, в Ростове, сами они Северного Кавказа, и они сделали технологию, которая позволяет улучшить характеристики литий-ионных батарей. Нет, не литий-ионных, а никель-кадмиевых батарей. То есть они сделали некую технологию, и им дальше надо было что-то с этим делать. Вот. И то решение, которое почему-то команда для себя выбрала, то, что они будут создавать самостоятельно эти самые батареи. То есть они пришли с запросом на то, что им следует построить завод, да, по производству батарей. Им нужно на это там, порядка 100 миллионов рублей инвестиций, на то, чтобы этот завод, собственно, запустить. И они будут выпускать собственную марку батарей, которую дальше будут реализовывать на рынок. Понятно, что эти планы не очень кажутся реалистичными, поскольку они очень ресурсоемкие, очень длинные сроки вообще построения этих заводов и прочего. Поэтому моя рекомендация к ним была просто начать тиражировать саму технологию, то есть связаться с производителями этих аккумуляторных батарей и реализовывать им свои лицензии. Такой способ позволяет, собственно, творцам этой технологии быстрее выйти на рынок, не является ресурсоемким очень сильно, да, и снижает риски того, что те самые батареи, которые через там, десятилетия выйдут на рынок, окажутся конкурентоспособными. Потому что не всегда конкурентоспособность определяет потребительские характеристики продукта. Да. Многое зависит от маркетинга, от рекламы, от каналов дистрибуции и прочего. Еще одна вещь, о которой хочется заострить момент, это то, что часто изобретатели любят переусложнять проектируемый продукт. Да? То есть иногда нам нужен очень простой инструмент, нам нужно порезать хлеб, и нам для этого нужен обычный нож,
Но изобретатели почему-то думают, что это слишком просто, да, просто сделать нож, а давайте подумаем, что можно сделать сложнее. И начинают думать, ага, там человек сядет за стол, будет что-то резать, а вдруг ему понадобится в этот момент, не знаю, повесить картину на стену или откупорить какую-нибудь бутылку или еще что-то. И люди начинают делать некий там швейцарский нож, да, то есть включая туда большое количество инструментов, которые, казалось бы, должен увеличить ценность продукта для пользователя. И часто люди на этом даже не останавливаются, а делают вообще какие-то ужасные конструкции, то есть, ну, те самые звезды смерти, да, которые очень сложны с точки зрения проектирования, с точки зрения выпуска, с точки зрения использования. И, ну, вот если посмотреть на вот такой ужасный нож, который приведен на слайде, им даже хлеб порезать уже не особо удобно, да, ну, невозможно его в руку взять. То есть я вам рекомендую ограничивать ваш продукт до состояния, когда он решает конкретно проблему того или иного потребителя. Вот, возвращаемся опять к теме валидации продукта на рынке. И давайте как раз поговорим о том, какими инструментами можно воспользоваться для того, чтобы понять, насколько продукт на рынке будет востребован. Вот, ну, я вам рекомендую, очень-очень рекомендую использовать механизм общения с потенциальными клиентами, то есть механизм проведения интервью. Да, я понимаю, что, ну, скорее всего, многие из тех, кто сейчас смотрит этот вебинар, являются технарями, я, собственно, сам тоже технарь. И у нас с вами есть такая особенность, да, мы часто замкнуты в себе, и нам сложно говорить с новыми людьми. Вот, поэтому этот инструмент для нас часто кажется сложным, но я вас очень настоятельно призываю к тому, чтобы как можно чаще общаться с будущими вашими клиентами. Это не очень для вас затратно и позволяет сразу убрать кучу рисков, связанных с выходом вашего продукта на рынок. Вообще, ну, в методологиях выделяют два типа интервью. Один тип интервью называют проблемным, и второй тип называют решенческим. То есть проблемное интервью нужна лишь для того, чтобы понять все возможное о вашем потенциальном клиенте. То есть как сейчас клиент без вашего продукта обходится, чем он пользуется, не знаю, какие проблемы у него возникают, сколько денег он тратит на решение этих проблем и тому подобное. Решенческое же интервью предназначено для того, чтобы понять, насколько разработанное вами решение на самом деле удовлетворяет потребностям клиента. Я не очень рекомендую вам смешивать оба этих типа интервью, хотя иногда в некоторых случаях это тоже разумно. Сейчас мы с вами поговорим о вопросах, которые следует задавать в ходе интервью. То есть поговорим о том, как правильно это интервью проводить. Первая вещь, я вам рекомендую использовать открытые, а не закрытые или альтернативные вопросы. Почему? Потому что такие вопросы дают вам намного больше данных и позволяют вам не ограничивать фантазию вашего потенциального клиента. Сразу отсюда следует вывод, что интервью не следует проводить путем неких онлайн-опросов, либо там, опросов общественного мнения или еще чего-то. Ключевая задача интервью – это поговорить с клиентом тет-а-тет, да, то есть понять на самом деле те важные сведения, которые вам клиент сам может довести, о которых вы сами не догадываетесь просто. Если вы уже понимаете, о чем спрашивает клиент, то, скорее всего, ну, вы и так уже знаете достаточно о вашем продукте. Вот, маленькие хитрости, которые связаны с процессом проведения интервью. Ну, первая вещь, я вам очень рекомендую просить ваших потенциальных клиентов рассказать некую историю. Да, например, рассказать вам, как последний раз ваш потенциальный клиент делал некое действие, которое связано с идеей вашего продукта. Ну, вот, к примеру, у нас была компания, которая пыталась решить проблему снятия наличности в банкомате, да, и вот они спрашивали, как последний раз клиент, собственно, проводил этот процесс и какие проблемы у него в связи с этим возникали. Обязательно спрашивайте, что в текущих процессах не устраивает вашего потенциального пользователя, клиента и почему. Да, если клиента все устраивает, ну, скорее всего,
значит, потребность он еще свою никак не сформулировал, и сложно будет затем до этого клиента как-то достучаться с целью, чтобы он стал потребителем вашего продукта. И я вам рекомендую не стесняться задавать несколько раз один и тот же вопрос, если вы не до конца поняли клиента вашего потенциального, вашего респондента, и для вас эти вопросы очень критичны. Еще одна вещь, на которую часто попадаются технологические предприниматели, это то, что они задают вопросы о будущем. Да? То есть, а купили бы вы наш продукт, а интересно было бы вам попробовать и прочее, и прочее. Опять же, возвращаемся к началу лекции, к тому, что мы с вами не можем планировать события даже там, на неделю, на две. Когда мы спрашиваем клиента относительно того, будет ли он пользоваться вашим продуктом, и клиент не до конца понимает даже, как этот продукт будет выглядеть, сколько он будет стоить для него и прочее, то он дает вам нерелевантную информацию. Да, ту информацию, это есть так называемые вопросы тщеславия. Да, когда вы спрашиваете, вам нравятся наши идеи, и вам клиент говорит, да, нравится. То есть вам приятно, но при этом эта информация вряд ли дает вам каких-то предпосылок, которые вы можете заложить в построение вашего бизнеса или построение продукта. Важнее в моменте разговора не какие-то там оценки или мнения о вашем продукте, а скорее какие-то факты о текущей жизни ваших клиентов и договоренности о будущем. Собственно, для чего вообще интервью проводится? Да? Ну, это валидация гипотез относительно рынка. И самое главное, что, как мы уже говорили, следует делать в результате проверки гипотезы, это делать правильные выводы. То есть в ходе проблемного интервью вам нужно найти схожие потребности клиентов, понять, чем те клиенты, которые не испытывают потребность, отличаются от тех клиентов, которые испытывают, да, и понять, каким образом ваши вообще клиенты живут сейчас, то есть как они функционируют без вашего продукта. И еще одна вещь, когда вы проводите проблемное интервью, я вам не рекомендую говорить о вашем продукте, потому что это сразу сужает фантазию и размышления вашего потенциального клиента, например, именно фокусировки относительно вашего продукта. То есть лучше про продукт рассказывать уже на решенческом интервью, когда вам нужно валидировать, насколько то, что вы придумали, соответствует ожиданиям вашего пользователя или клиента. Давайте теперь с вами поговорим о вопросах. Я вам буду сейчас показывать по очереди вопросы, и мы будем с вами говорить, хороший это вопрос или плохой. Для этого я вас попрошу просто в чатике, если вы считаете, что этот вопрос хороший, ставить плюс. Если считаете, что этот вопрос плохой, ставить минус. Да, сейчас я вам буду показывать, а вы будете это делать. Ну, первый вопрос. Что вы думаете про наши идеи? Кто считает, что это хороший вопрос? Плохой. Ого. Ну, о, Роберт думает, что хороший. К сожалению, сейчас мы не можем в рамках вебинара быстренько обсудить, почему вы думаете, что этот вопрос плохой или хороший. Я вам буду свое мнение излагать. Ну, я считаю, что этот вопрос плохой, потому что без каких-то дополнительных вопросов он вам не дает абсолютно никакой информации, которую вы могли бы использовать для разработки своего продукта. То есть, да, вот если вы придете к своим друзьям или родственникам, зачастую они вам скажут, что ваша идея классная, потому что вам, ну, им хочется вам понравиться. Да? Часто люди, с кем вы общаетесь, вообще не хотят выглядеть какими-то подлецами и расстраивать вас, поэтому они вам будут часто давать информацию такую, которая позволит вам приободриться. Эта информация, на самом деле, имеет мало общего с действительностью, поэтому я считаю, что этот вопрос не очень хороший. А вопрос вот такой, купили бы вы наш продукт? Ну, естественно, это в рамках уже не проблемного интервью проводится, а в рамках решенческого. Угу. Минусы ставите, потому что вопрос о будущем. Опять же, я считаю, что сам по себе этот вопрос не очень хороший. Да? Если вы все-таки решили задать такой вопрос, ну, вообще не бывает там супер плохих вопросов или супер хороших, бывает
вопросы, которые в каком-то контексте плохие или хорошие. Вот. Если этот вопрос сам по себе оторван от остальных, этот вопрос не очень хороший. Потому что, опять же, он о будущем, да, он не обязывает клиента каким-то действием. Если вдруг вы задали такой вопрос, да, купили вы ваш продукт, озвучивайте сразу цену, за которую ваш продукт будет продаваться, и попробуйте договориться о предзаказе. Да, то есть взять какую-то сумму денег, которая подтвердит намерение клиента. Часто стартапы попадаются как раз на моменте, что все потенциальные клиенты, с кем они общались, говорили, что да-да, мы обязательно купим ваш продукт, но когда наступает момент уже непосредственно реализации заключения неких контрактов, и те же самые клиенты говорят, ой-ой-ой, тогда-то мы просто сказали, да, а теперь нам надо деньги платить. Ну вот если вы задаете вопрос, да, купили бы наш продукт за $5000 со сроком поставки 3 года, если вам отвечает, да, купил бы, подписывайте с ними некий акт о намерениях, который подтвердит серьезность намерений. Вот. Такой вопрос, какими функциями должен обладать продукт вашей мечты? Вот. Кто считает, что это хороший вопрос? Ага, Александр. Ага. Пока больше положительных. Я тоже думаю, что это очень хороший вопрос, потому что часто те люди, с кем вы общаетесь, они сталкиваются с потребностью ежедневно, да, и они больше вас понимают о том, какие альтернативные решения могут быть, чего им сейчас не хватает в жизни. Но с этим моментом тоже нужно быть немножко осторожным. Я здесь очень люблю картинку из интернета, да, как бы выглядел там iPhone, если бы компания Apple учитывала все пожелания клиентов, да, там был бы и переключатель Android iOS, и кассетный плеер, и считыватель перфокар, все абсолютно, да, но таким продуктом было, сложно было бы пользоваться. То есть я вам рекомендую записывать все пожелания клиентов, да, затем валидировать эти пожелания, опять же, в ходе неких там интервью либо тестирования продуктов, продукта вашего, и носить коррективы в некий roadmap. Да, то есть не слушать слепо клиентов, особенно если они вам за это не платят денег пока что. А прислушиваться, но составлять некий такой там список функционала, который планируется к внедрению на основе пожеланий клиентов. И каждый этот функционал отдельно рассматривать с точки зрения, опять же, проверки гипотез, даст ли этот функционал какую-то пользу вашим клиентам, даст ли этот функционал пользу вашей именно компании самой. А вот такой вопрос, сколько бы вы заплатили за этот продукт? Кто считает, что он хороший? Угу. Ага. Ну, мое мнение совпадает с мнением Юрия. Я считаю, что этот вопрос, ну, сам по себе, так, без контекста, да, он не очень хороший. Почему? Потому что часто, когда мы задаем этот вопрос потенциальным клиентам, да, они всегда хотят цену поставить как можно меньше. Как можно заменить этот вопрос, чтобы получить более релевантную информацию? Я вам советую, ну, это опять же мы говорим про решение интервью, да, я вам советую называть конкретную цену, да, то есть наш продукт стоит, вот как Олег до этого, насколько я помню, приводил пример, да, наш продукт стоит $5000. Для вас эта цена подходящая или нет? Там, что вы думаете по поводу этой цены? И послушайте, что вам скажет клиент. Может, он скажет, что нет, эта цена для меня кажется слишком большой, потому что сейчас я пользуюсь альтернативным решением, которое стоит мне там $1000, и то же самое дает, что и ваш продукт. Либо скажет, да, хорошо, там, ну, я согласен. Либо скажет, ну, бывают такие даже случаи, когда говорят, а почему так мало? Да, почему всего $5000? Если вы обещаете, что наша компания заработает миллиарды, то почему ваш продукт так дешево стоит? Да, такое тоже часто бывает. То есть попробуйте переформулировать этот вопрос, называя какую-то конкретную цену, относительно которой уже у вас может строиться дальнейший разговор. Вот такой вопрос. Расскажите, как вы решали там, эту проблему в последний раз. Кто считает, что это плохой вопрос? Или хороший? Ага. Супер. Да, я тоже считаю, что этот вопрос хороший. Ну, единственное, к чему бы я здесь придрался, да,
Я вам не рекомендую вообще при общении с респондентами употреблять слово «проблема». Потому что что в русском языке, что там в других языках слово «проблема» носит такой отрицательный оттенок, да, и когда вы спрашиваете у клиента, какие у него есть проблемы, ну, не факт, что он именно в таких терминах будет с вами, ну, чем-то делиться. Да, вот какая у вас есть задача, либо какая потребность, с чем вы сталкивались с таким, что вызвало у вас некие затруднения. Лучше используйте такие термины, потому что они сразу убирают вот эту негативную окраску. Часто бывает, что, не знаю, вы приходите к какому-то специалисту, который занимается своим делом профессионально уже на протяжении 15 лет, да, и тут вы приходите говорить, что он свою работу делает неэффективно, у него есть некие проблемы, о которых он почему-то раньше не думал и не догадался, как их решить. Да, то есть слово «проблема» не очень вообще хорошее в ходе разговора. Вот такой вопрос, наверное, один из самых сложных сегодня. Есть ли у вас бюджет на это направление? Ну, обычно задается на этапе проблемного интервью и задается, ну, какому-то представителю компании. Кто считает, что это хороший вопрос, или кто считает, что это плохой? Угу. Ага. Больше тех, кто говорит, что это хороший. Да, я тоже думаю, что этот вопрос хороший, хотя вот да, есть люди, которые с этим не очень согласны. Почему я лично считаю, что это хороший вопрос, особенно когда вы разговариваете с каким-то бизнесом? Если компания уже начала выделять бюджеты на это направление, значит, она осознала, как минимум, что у них есть в этом потребность. Да, значит, они уже находятся в стадии поиска некого решения, и в этом случае вам легче просто, ну, зайти в компанию, начать с ними какие-то вести переговоры. Опять же, обратная ситуация. Если у компании бюджета на направление не выделено, значит, у них есть какие-то более насущные, например, проблемы. Либо даже если вы докажете им, что внедрение вашего продукта для них целесообразно, потребуется, ну, в крупных компаниях там, как минимум год для того, чтобы пройти все процедуры согласования, изменения бюджетов, изменения каких-то инвестиционных программ, для того, чтобы ваш продукт вообще могли кто-то там попробовать и закупить. А вот такой еще вопрос. С кем еще мне стоит поговорить? Ну, обычно, естественно, его следует задавать в конце. Угу. Супер. Почему-то вот, когда я задавал этот вопрос где-то месяц назад, большая часть аудитории сказала, что это плохой вопрос, хотя я считаю его вообще отличным. Очень клево даже будет, очень здорово, если вы после этого вопроса спросите у респондента, а можете ли вы порекомендовать меня этому человеку, или же, а можно ли представиться, что я пришел от вас. Да, вот часто вот люди, которые проводят проблемное интервью, прибегают к этому вопросу и получают большое количество контактов, которое поможет им в дальнейшем совершить даже какие-то сделки. Вот. Подытожу практически всю сегодняшнюю лекцию, или, я не знаю, как это назвать, семинар. Интервью – это, на самом деле, самый простой и наименее ресурсоемкий способ тестирования большинства гипотез. Да, первая вещь, которую вас призываю делать, это переключиться к тем самым быстрым итерациям тестирования гипотез, да, то есть перейти от некого бизнес-планирования там, на месяцы, годы, к планированию по недельному. Это позволит вам быстрее тестировать гипотезы и минимизировать риски относительно провала там, вашей компании или неуспеха вашего продукта. Вторая штука. Я вам рекомендую очень часто разговаривать с вашими потенциальными клиентами на всех этапах развития продукта, начиная от исследования рынка и заканчивая каким-то уже даже масштабированием продаж. То есть держите руку на пульсе, общайтесь как можно чаще с вашими потенциальными клиентами. Ну, я после этого вам скажу даже, что следует почитать, да, для того, чтобы быть лучше подкованным к интервью. Вот. И четвертая вещь, которую я вам рекомендую тоже использовать, это не бояться ошибок. Ошибки обязательно будут вам на вашем пути встречаться, и надо воспринимать их как
не как какой-то провал или какое-то негативное событие, а как просто данные, из которых можно сделать вывод. Да? Собственно, какие книги я вам рекомендую почитать, если вы их еще не читали. Как раз первая книга вам поможет подготовиться к разговору с клиентами. Он называется «Спроси маму». Да, это про то, как правильно задавать вопросы, как получать на них правильные ответы. Вторая книга, которую я рекомендую, вот наряду с другой книгой, это книга «Lean Startup» Эрика Риса, я уже упоминал ее. Есть еще хорошая книга, она называется «Running Lean». К сожалению, на русский язык, насколько я знаю, она еще не переведена. Вот, но если вы английским языком владеете, тоже вам рекомендую почитать ее. Ну и третья книга, такая классика уже, да, «Стартап. Настольная книга основателя» Стива Бланка. Это тоже та книга, которая вам может очень сильно помочь. Ну, единственное, ее очень сложно читать от корки до корки, поэтому рекомендую использовать как справочное пособие. Вот. На следующем экране, который вы сейчас видите, мои контакты, все, мой телефон, мой e-mail. Сейчас мы тогда с вами перейдем к секции вопросов. Не стесняйтесь их задавать. Попробуем в оставшиеся только 8 или 10 минут, да, дать на них ответ. 5 минут. Да, у нас есть 5 минут на то, чтобы пообщаться и ответить на какие-то вопросы. Сейчас я прокручу чат сначала. Посмотрю, может, что-то было здесь. Так, простой продукт, сложно найти команду, работающих за идею. Это вот Олег писал. Ну, не очень с этим согласен. На самом деле, ну, зачастую гениальные идеи не очень простые. И возможность ваша набрать классную команду зависит не столько от идеи продукта или его простоты, сколько от ваших возможностей вести за собой людей, то есть от ваших лидерских качеств. Поэтому не очень согласен с этим, с этим тезисом. Так, предприниматель. Так, Сергей. Предусмотреть ошибки, обратить внимание на драйверов стартапов. Поиск команды, нет клиентов. Так, сейчас посмотрим вопросы. А, только от Насти. Так, ну давайте вернемся с самого начала, когда просили вас написать, кто вы, чем занимаетесь. Так, разработка хардвер, узнать, что не стоит делать при создании продукта, это я, надеюсь, ответил. Проблема нет клиентов. Ну, надеюсь, я тоже сейчас в ходе семинара попробовал ответить на причины, почему клиентов нет. Да, обычных клиентов нет, потому что либо вы что-то на этапе проектирования продукта не выяснили у клиентов, либо ну, вы не очень сильны в маркетинге. То есть после того момента, как у вас продукт уже готов, и вы понимаете, кто является вашей целевой аудиторией, какая у них потребность, и каким образом следует для вашей целевой аудитории достукиваться, вам следует уделить внимание маркетингу для того, чтобы совершить какие-то продажи. К сожалению, без маркетинга в настоящий момент сложно какие-то вообще продажи делать. Так, Сергей задавал, предусмотреть ошибки, обратить внимание на драйвер роста стартапа. Да? Ну, как я уже сказал, я вижу, что быстрее других двигаются команды, которые проверяют больше гипотез. То есть, чем больше гипотез ставит в неделю перед собой команда, и чем больше она их проверяет, тем быстрее она двигается. Есть даже исследование, которое показывает, сколько гипотез проверяли там, очень известные технологические компании типа Google или Facebook в сравнении с их прямыми конкурентами. И оказывается, что те компании, которые больше проверяют гипотез, в итоге выиграли вот эту конкурентную борьбу. Так, вопросов ни у кого нет. Это либо значит, что я хорошо рассказал, либо не очень. Так, ага, вот в общем чате. Что делать с технологиями, которые находятся под дорогостоящими лицензиями? Ох. Это сложный вопрос на самом деле. Если, ну, обычно истории, которые касаются супернаукоемких технологий, они обычно не венчурные. Да? То есть либо на этапе R&D вы привлекаете грантовые деньги, да, на создание продукта, потому что инвесторы часто ну, не хотят там, рисковать настолько сильно, чтобы вкладываться на этапе R&D. Хотя я знаю несколько фондов, которые инвестируют
сразу на нескольких стадиях, там, начиная от идеи и заканчивая там, предсерийным производством, в наукоемких технологиях, например, клинтек. Да, но таких фондов и сделок с ними очень, очень мало. Ну, если мы говорим про клинтек, да, есть Сан-Франциско Энджелс. Насколько я помню, это группа бизнес-ангелов, которые инвестируют в клинтек. Да, они на протяжении 10 лет могут инвестировать в компании, и такие уже примеры есть. А если мы говорим именно про какую-то супернаукоемкую разработку, ну, часто, ну, если мы говорим про Россию, да, это какие-то грантовые истории. Благо, что грантов сейчас достаточно много на рынке, и сложности с их получением особо, ну, я лично не вижу. А если нужно покупать какие-то дорогостоящие лицензии, ну, честно говоря, для начинающих предпринимателей я не вижу способа, как это сделать. То есть, либо вы, ну, моя рекомендация присоединяться к более крупным компаниям и в рамках них создавать какие-то свои продукты, спин-оффы. Да, ну, других способов я особо не знаю, потому что на выкуп технологий инвесторам точно денег не дадут. Вот. Ну, насколько понимаю, если у нас там вопросов нет, тогда ну, мои контакты на экране, да, всегда готов ответить на ваши вопросы. Еще один вопрос. Как удачи у Стива Джобса? Ну, честно говоря, сложно комментировать Джобса. Да, ну, есть большое количество людей, которые ему поклоняются и там приводят примеры его цитаты. Я могу сказать, что это, ну, уникальный пример человека, которого сложно встретить в реальной жизни. Да, то есть, несмотря на то, что есть, ну, я про это уже говорил, есть приверженцы продуктоориентированного подхода, да, которые оказываются удачными. Но есть намного большее количество компаний, которые оказываются провальными из-за того, что они не общаются с клиентами. То есть есть исключения из правил, да, они подтверждают лишь правила. Вот, наверное, удача Стива Джобса является одним из таких исключений, которые подтверждают правила. Ну и плюс, я уже говорил, что не все продукты компании Apple, там не все их шаги были успешными, и другие компании тоже ошибаются, Microsoft и Google, и несмотря на то, что они обладают гигантскими просто ресурсами, да, они не всегда могут вывести новые продукты на рынок. То есть, ну, здесь сложно прокомментировать. Ну, наверное, на самом деле удачливость. Да, удача – это тоже одно из качеств, которое сопровождает те примеры людей, которых мы видим, которые становятся иконами там, технологических предпринимателей. Имеет ли смысл делать… Не знаю, ну, наверное, зависит от срока выхода вашего продукта, поскольку, ну, на самом деле рынок ограничен, и, скорее всего, этот тренд когда-нибудь закончится. То есть я вам рекомендую заниматься не импортозамещением, а экспортом, да, вашей продукции за границу, учитывая, что сейчас есть, опять же, много для этого позитивных изменений в экономике. Вот, к сожалению, у нас, насколько я понимаю, время подошло к концу. Большое спасибо, что вы были на связи. Я тоже буду с вами на связи, можете задавать мне вопросы. Увидимся, да, желаю вам удачи, не бояться совершать ошибки. Ну и надеюсь, что скоро мы с вами встретимся. И уже посмотрим на ваши успехи. Спасибо. Спасибо, Михаил. Уважаемые слушатели, спасибо за ваше внимание. Надеюсь, благодаря советам Михаила у нас на рынке скоро появятся новые инновационные продукты. Ставьте гипотезы, общайтесь со своими клиентами. И будем ждать ваших продуктов в своем доме, в своем обиходе. Напоминаю, что видеозапись вебинара и презентация спикера всем будет разослана по электронной почте, а также размещена на сайте edunano.ru в разделе «Лекторий техпред». Спасибо за внимание, до новых встреч!